Морское дно у Лазурного берега Франции чистят от мусора. Этим занимается робот по имени Медуза. Благодаря своим компактным размерам, лодка-робот может проникнуть в любые углы в гавани, где скапливаются пластиковые бутылки, алюминиевые банки, пакеты и медицинские маски. Медуза способна собирать не только твердые предметы, ее второе предназначение – очистка поверхности воды от разливов нефтепродуктов. Такие роботы уже работают в 15 французских портах и продаются за рубеж.